12 февраля, суббота. Утром вся страна болеет за женскую сборную России в эстафете по лыжным гонкам. И девчонки не подвели. Юлия Ступок, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова завоевали золото Олимпиады в Пекине. Это эстафетной гонки с чем мы выиграли! Олимпийское золото наших сразу настраивает атмосферу на нужную волну. Ковид ковидом, но само ощущение праздника буквально витает в воздухе. Лыжня России – самая массовая гонка в стране. С 1982 года на протяжении вот уже 40 лет на старт выходят сотни тысяч спортсменов и просто любителей лыжного спорта разных возрастов и профессий. Мы приехали всем коллективом выступить на лыжне. Ну, это же праздник большой, участвовать хотим, получить хорошее настроение. Каждый год участвуете? Стараемся каждый год не пропускать. Хорошие мероприятия. Нам нравится. Удачи на лыжне. Спасибо. Раньше в Рязани стартовало более 5000 человек, а по области эта цифра достигала 15 тысяч. Но в этом году условия проведения соревнований диктует пандемия, поэтому количество участников искусственно сократили. Плашкой 18+. Ну и ладно, нам это не помешает. В этом году из-за ковидных ограничений принято решение об ограничении возраста участников. Допускаются в этом году участники 18+. И для работающих пенсионеров ограничений по возрасту нет. Неработающие старше 60 лет, к сожалению, в этом году к соревнованиям не допускаются. Трассы в Алмазе грамотно разделили стартующих на разные дистанции. Таким образом удалось избежать столпотворения. Много равнинных участков, благодаря чему бежать легко и приятно даже тихоходам-любителям. С 2005 года проводится лыжня в Рязанской области как центральный старт, но он практически проводится на этих же самых трассах, только старт раньше давали чуть раньше в районе поселка Ворские. Погода февральская, переменчивая. Минус 2 градуса, вроде все идеально, но за полчаса до старта свой салют фестивалю передала небесная канцелярия. Сначала гранулированный снег, похожий на пенопласт, спустя 10 минут красивейший, будто в сказке снегопад, который, впрочем, тоже был скоротечен. Капризы природы могли доставить хлопот на и так не самой простой дистанции. Это регулярно практикующие лыжные гонки спортсмены знают, что такие условия довольно тяжелы для прохождения дистанции, поэтому готовы к любым неожиданностям. Впрочем, настроение в предстартовом коридоре исключительно приподнятое у всех участников. Посоревноваться хочется, посмотреть, на что я сейчас готов. Просто сравниться, посостязаться, посоревноваться. В лыжне России участвую каждый год, но в том году я участвовала в Скопине, в Касимове также бежала от университета своего. Вообще это прививает очень большую массовость данный вид спорта и, конечно же, здоровый образ жизни. Я думаю, сейчас он на первом плане у всех. Здесь же в первых рядах фаворит гонки Андрей Алипкин. Сегодня его называют самым перспективным лыжником в регионе. Его триумфальное возвращение в лыжные гонки после 5-летнего перерыва в спортивной карьере в этом сезоне кажется лишь начало большого спортивного пути. Ну что рассчитываете в этом забеге? Здравствуйте. Побороться за самые высокие места, там как получится. Как лыжи покатят. Два стартовых коридора. Отдельно для тех, кто бежит пятерку и десятку, чтобы не запутаться. Если уж проверять себя, то по-взрослому решила я для себя, поэтому заявилась на самую долгую, 10-километровую дистанцию. Получила стартовый номер и фирменную шапочку и оказалась в самой гуще событий. А вы из Рязани? А вот расскажите, пожалуйста, зачем вы в Рязань приехали из Луховиц? На лыжню России специально? За победой? Да. А каждый год приезжаете? С 2006 года, да, регулярно катаемся. Удачи на старте. И вам. А вы лыжник профессиональный? Ну, то есть занимаетесь... Большой любитель. Большой лыж. Любитель. Итак, минута до старта, легкое волнение, и вот он, судейский выстрел от губернатора, который, к слову, остался в роли рефери. Ну что, поехали? Ощущение, будто я в большом муравейнике. Кто-то из соседей падает, кто-то натужно старается вырваться вперед. Первый километр, все вокруг довольно хаотично, но очень весело. Но уже после первого небольшого подъема, когда темп задан, энтузиастов все меньше. Часть гонщиков, выражаясь спортивным сленгом, отвалилась. Примерно через 5 километров лыжи перестают катить, и у меня дышать все сложнее. Докатываю, признаться, на морально-волевых. 10 километров позади, конечно, что я могу сказать, тяжело. Меня обогнали все. Снег ехал очень тяжело. Такое ощущение, что лыжи вообще не ехали. Это не только, кстати, у меня. Но я это сделала. Ура!
Честно говоря, я думала, что лыжи перестали ехать из-за моей физической формы, но это оказалось не так. Распогодилось, снег стал тяжелее, не просто по ходу гонки пришлось многим. Сначала-то норм шли, хорошо, прям. Ну да, первые 2 километра. А потом снег, все. Горки вообще чуть не упал. Вот, прям вот здесь укоренишься, да? Потрудиться пришлось даже фаворитам. Например, студентку РГУ, победительницу 5-километрового забега, мы поймали сразу после финиша. Сначала было очень легко, но когда пошел снег, видимость, конечно, испортилась, но все равно все прекрасно. А вот абсолютный победитель, выигравший 10-ку с большим отрывом, Андрей Алипкин, в том, что ему было сложно, не признался. Видимо, соскучился по состязаниям. Ну, был готов хорошо, ожидал, что буду точно в тройке. Вот, лыжи катили здорово, вот, снег сильный особо не помешал. Разобрались с соперниками сразу по дистанции, уже где-то с 3-го километра уже появился отрыв небольшой, я его продолжил. Старался держать один темп. На дистанцию по традиции вышли десантники. Они соревновались в широких охотничьих лыжах, которые у северных народов еще прозваны лямпами. Даже боюсь представить, с каким преодолением столкнулись парни в тельняшках. Для меня они настоящие герои. А вот и ветераны спорта. Владимир Скоморохова, например, можно увидеть на каждых соревнованиях. А кое-кто даже решил отметить день рождения прямо по ходу гонки. Иван Пятых на дистанции лыжни России встречает свой 80-й день рождения. С днем рождения, Иван Иванович! Друзья, достойный пример, как можно отпраздновать свой юбилей с огромным количеством гостей. А еще был забег для ВИПов. Они бежали говорящие 2022 метра. Для них из стартового пистолета тоже стрелял губернатор Николай Любимов. Погода как раз лыжная, снежок пошел такой легкий и не холодно. Прям такая погода, которая нужна. Много людей приехало. Вообще никто насильно сюда не вывозился. Все вот энтузиасты, все, кто хочет заниматься спортом, все, кто хочет сегодня хорошего настроения, все, кто хочет для себя и для своих близких здоровья, сегодня здесь. Ну, надеюсь, что все будут здоровы и, конечно, что у всех будет хорошее настроение, особенно сегодня, когда наши олимпийцы борются за медали в Пекине на Олимпиаде. Мы в них всех верим. И вот этой, наверное, сегодня лыжней России, этим стартом мы их обязательно поддержим. Олимпийцы-то, конечно, молодцы, но они профи, а у меня, да и, наверное, не только у меня, скажу прямо, этот долгий 10-километровый круг в голове рождал совсем не олимпийские мысли. Зачем мне вообще это надо? И почему я не побежала 5 километров? Ведь можно же было. Но потом эти мысли растворяются в красоте окружающего зимнего леса, и ты просто наслаждаешься внутри живого эмоционального потока. Однозначно, участвовать буду еще и всем советую. Лыжня России – это все же скорее праздник настроения, чем собственно состязание. А уж тем более, когда на Алмазе все, как всегда, четко организовано. Ни пробок, ни проблем с парковками. Думаешь только о своем выступлении. И уже потом, на финише, усталая, но довольная, неожиданно для себя приходишь к мысли, что знаменитая полевая каша и чай от МЧС, кажется, самое вкусное, что я ела за последнее время.